спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области пасмурная и облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 19-21, ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, днем плюс 21 градус, ночью плюс 13. Восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 20, ночью плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков, плюс 19 градусов. В дневное время, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 38%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.